Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики и гости канала, по-прежнему с вами на связи Диман, Даник и Дуни. Мы играем GTA 5, а это рубрика «Битва воришек». Ку-ку, Сиандр. Доброе утро. Ну что же, друзья, сегодня мы выбрали абсолютно новый район. Вот что? Это я тебя, конечно, вдарил. Да, наша задача сегодня в этом районе, а именно ранчо... валим. Сбежать от Даника и угнать тачки, ребята. Тачек надо угнать как минимум 8 машин, потому что, в принципе, мы успеваем 8 машин угонять до приезда копов. Вот, да. И как бы после проведем еще ряд испытаний, поэтому, друзья мои, присаживайтесь поудобнее, будет максимально интересно. Что ты за мной бегаешь, как хвостик, я не пойму. Да, ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Друзья, обязательно также подписывайтесь на каналы, ну а прямо сейчас мы стартуем. Он до сих пор за мной бегает, прикинь. Вот дурной. Ладно, поехали. Поехали, да. Да, что-то прилипало в натуре. Как это, да, с банка всякие звонят. Вот. О, кстати. Кстати. Кстати, а как ты это проехал? Новая икса, это какой, третий? Без шильдов? Что? Ну, знаешь, битый, ломаный. Поэтому проехал мимо. Скопарта, вот именно, наверное, по всей видимости, оттуда. Забыли приклеить. Ну ладно, первая, так уж и быть. Золотой Rolls-Royce Phantom, лимузин. Мазь. Нормально. Пока выговорил, да, чуть не сломался. Так, а мы, ребята, тем временем... Та самая озвучка. Гоблина. Да-да-да. Так это же он, походу, озвучивал, слушай. Блин, слушай, популярный у нас чё, да, оказывается? Ну, как видишь, да, ты думал, что я с обычными людьми не снимаю. Вот, как бы, да-да-да. Данёк, скажи вслух, короче, этот... Киборг-убийца. Киборг-убийца. Не, тут ты переиграл, брат, ты переиграл, да. Тут тебе, как говорится, тогда мне не заплатят. Не по-настоящему как-то было. Да-да-да. Слушайте, я к X3 пригнал X7, это точно шильдиками кайф. Да, все, успокойся, не получится, брат. На это люди как бы учились, да, не так просто все это работает. 90 это, конечно, хорошо, это хорошо, но... Но, о! Как бы время кончилось для карликов, не? Опа! Для карликов? Опа! Карликов. Для карликов, да. Ванина любимая машина, по всей видимости. Я нашел RS7. И вентиляторы поставили прямо с компьютера. Йоу, нормально. Вот это у меня, конечно, норм. Это новый форсаж снимают? Что это такое у меня? Не знаю, я, ребята, тем временем угнал RS7 Drift Corch. Я какой-то жучок угонял. Ай, ну куда ты? А меня ну, зачем ты? Я да, я понимаю, ну твоя машина-то сколько стоит, и сколько моя теперь стоит? Да, у меня турбина от истребителя, у меня подороже будет. Мы обнулились немного, ребята, да. С учетом того, что поломали меня немного. Так, и... О, милипиздрик приехал, ребята. Едем дальше за последними машинами. Ну, как за последними? За четвертой. Только начали. Разогнался я немного. Ничего себе. А там ничего нету случаем, а? Да не, вроде все стандартно. Так, я тут что-то видел. О, вот тут, да. Так, у меня сегодня чисто подборка Audi тачек, ребята. Чисто ваг. Ваг тема. Сколько ты икать-то будешь, а? Алло? Алло, не воды знаю. Попей. Кто придумал на Урус расширения такие страшные? RSQ3 я угнал, реб... Не, москвича не хочу. Москвича не хочу, вот RSQ3 неплохо. Розовая BMW это сильно, конечно. Откуда ты тащишь их, такие машины? С района. Откуда? А. Так, окей, это моя четвертая на базе. Две BMW, две Audi, чисто по немцам я сегодня пошел, ребята, да. Кто-то китайцы, там китайцы, а мы по немцам, ребята, чисто по немочкам. Вот. Не продолжать. Опа. Опа, RS4, ребята, у меня сегодня чисто вот подборка всей линейки Audi, походу, будет. А чё, куда капот делся? Ага. Капот спиндели, ребята. 100%. Продали. Так, это моя пятая уже на базе. Ваня, что красивое, пятая. Я смотрю, да? Тоже пятая. Что за розовые номера, не понял? А, это не номера, а это, кстати, решетка у тебя розовая. Ха-ха, нормально, у девочки угнал? Она. Эх, бесстыжий. Ладно, идем дальше, ребята. Именно? Ну, по сути, правильно. Лишняя нервотрепка, как говорится. Да-да-да. Чанган, чанчанчанчи. Как они там называются-то? Чанган. Ой! Фу на тебя.
Мы с тобой будем сражаться на одинаковых машинах с тобой сегодня. Погоди, у меня тут... вот так вот, да? Все, отдохни, брат. У меня кибертрак. Так, а я... Не, я на тебя, у меня уже сил нету. По одному, конечно, но у меня нету времени с вами заниматься тут, да, делами, делишками. Но я пока что, ребята, ламбу пригнал. И у нас проблема, пацаны. Да, у нас проблема. Ну, не, как у нас сказать? Проблем нет. Не-не, у нас, пацаны, у нас проблема, у нас проблема. У тебя нет, проблема. У тебя. Не-не-не, ребят, ну мы же в банде вместе, да, это, ну, как бы наши проблемы. Мы, во, да. Нет. Кай. Не, это твоя проблема. Ну, вы, конечно, я понял все с вами. Чем можно про машину, которая написана Дифер? Это что такое? Что? Серьезно? Подожди. Это поклонники? Подожди, где? А ну-ка. Вон, вон, вон. Поклонники, да, поклонники. Где? Что за тачка? Ну, Rolls-Royce. Сейчас посмотрю. Желтый Rolls-Royce, да? Где? Ну, он сзади. Лё, кайф. Бля, подари мне номера, брат. Подари номера, снимай, пожалуйста. Снимай. Да я и так снимаю ролик. Так, ладно. Снимай номера. Да что вам надо-то от меня, пацаны? Я вроде 6. Я 6 пригнал, да. Надо еще, получается, одну. Урус на красном салоне. Это богато-дорого вроде. Вроде богато-дорого. А, подожди, тут же была последняя. Ёпердоля. Эх, пацаны, ну тут уже явно наши проблемы, ребят. Ну тут наши проблемы, не иначе. Друзья, открыто. А, кайф. Ну и я, кстати, тоже АБТ-шную Ауди везу. Так, извините, извините. Я тебя не трогал. Я тебя не трогал, все. Не трогай ты меня. Показывал, не показывал. Так, 3, 6. Подожди, а сколько я пригнал? 3, 6. 6. А, 8. Все правильно, да, все правильно. Ну, в принципе, мои тачки вы видели. Давайте-ка заценим тачки Даника. 3, 6. Тесла, Роллс, золото, дорого. Тесла, золото. Это что такое? Это коричневое вроде. Так, Урус. Да пацаны, ну куда вы? Я в больничку не хочу. Так, у Вани, давайте-ка посмотрим, ребята. Кучу Ауди, БМВ. Спрячемся. Я тоже Ауди пригнал. А, Спектр, да, вроде? Или как он называется? Дорогой Роллс. По всей видимости. Иди ж ты в жопу. А, окей, ребята, пока мы тут это, ну, сейчас надо нюансики порешать, вопросики, да, туда-сюда обкашлять. А, пишите в комментариях, кто зарабатывает балл за поиски, а машины за лучшую подборку, а мы отправимся прямо сейчас на наше первое испытание. Полетели. Давай. Итак, ребята, первое наше испытание, это последний выживший. Взял я Audi. Парни там тоже на чем-то интересненьком вроде катают. И задача взорвать оппонентов, выиграть два раза. Кто два раза выигрывает, тот и... Молодец. Что там у тебя? Все, ты готов? Я в машине стрелять нельзя. Ну, давай, меняй тогда машину, подождем. Ну что, мы готовы, полетели. Ну, давай. Давайте. Ну, let's go. Кто здесь? Аданик. На-на. Отлично. Ха-ха, сам себя взорвал, понимаю. Ой! Это было стрёмно. Ты шип остался, что ли, не понимаю. Так, главное не вот. Нет! Ну ладно, тут, конечно, подловил. Да, черепашка, черепашка, да. Ну, Вани, балла, мы идем на второй раунд. Давай. Мы готовы провести второй раунд, полетели. Давай. Желаю вам удачки. Удачи, удачи. Ну, правда, не от всей души. В смысле? Не понял. Ну, просто так. Это неискренне, неискренне, что ли, желаешь удачи? Да. Так я сваливаю. Ну, выиграть-то мне надо. Так она же прям перед носом у тебя взорвалась. Ай, у меня аж нос зачесался. Блин. Молодец. Прикинь, что он сделал. Он сам себя, да? Я тоже кинул гранату. Не-не-не. Он взорвал мою гранату около себя, типа коснулся ее. Кайф, поймал. Я в тебя кинул. Не-не-не. Я прямо кинул тебя и подождал буквально пару секунд. Смотрю, ты вроде приближаешься. Взорвал и на шар взорвал тебя. Понял. Так, ну если вы готовы, у нас по баллу играем до двух, да, поэтому... Можем начинать? Давай. Жду вашей готовности. Сейчас утопишься еще. Ой-ой-ой, дурной. А, ладно, подождем. Семеро одного, как говорится. Готово, полетели. Полетели. Надо было, наверное, эту эмку на другое испытание, но ладно. Вань, у меня другие планы, Вань. Вань, ну у меня другие планы. А нет! Я-то что? Не взорвался! А я-то что, как смысл? Кайф! Кайф! А как так? Ты просто попал на мины мои, точнее, ты их пролетел каким-то образом, а вот на минах Вани ты взорвался.
Видал? 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 Блин, я тоже взорвался. Я такие кульбиты крутил, при этом я кидал мины, да, и взорвал тоже в моменте. Но у нас ничья вроде как, по баллу можно заработать каждому из нас. А что, да все, уже все. Мы, ребята, на этом заканчиваем наше испытание, переходим на второе, полетели. Давай. Ну что, ребята, следующее наше испытание по стрелушке, также смертельно опасное, да, мы должны взорвать оппонента. Второй, кто взрывается, зарабатывает балл, а кто остается в живых, 2 балла, все просто. 3-2-1, полетели. Давай. Ой-ой, а зачем ты реактивку взял? Или, как говорится, и так не жалко, да? Я застрял. Ну, застрял я. И сзади, и спереди. Ну, пощадите. Ё-моё. Привет. Здорово. Охренеть. Ну, мне кажется, я тут долго не выживу. Мне кажется, тоже. Давай Даника взорвем. Ай, красиво. Ну, у меня 0 баллов, все четко, честно. Четко. Давайте даже, наверное, к Доне сядем. Вот так вот, да, кайф. Блять, мимо. Ну да. Ой, ты дымишься. Да, я знаю. Ну, Даник тоже, я смотрю, там страдает. Как говорится, шел 3-й год, и я вижу у Даника хоть какую-то стратегию, знаешь, вот, наверное, только сейчас я ее заметил. Расскажи, что за стратегия, не очень понимаю, когда с кругами? Ну, крутить тебя, да. Не просто лоб-лоб. Получается, наверное, да, но... Это, конечно, интересно. У Даника стратегии, быстрые ноги, пинды не боятся. Ой. А что, она заглохла-то, я не понял. Она не едет у меня, прикинь. Серьезно? Да. Даник, расстреливай. А что за бред, реально? А, ну, чинить нельзя. Ну, заглохла просто. Видимо, кончился двигатель. Я, конечно, орну, а если Даник взорвется? А Даник горит. Пиздец, я горю как? Здорово. Недвижимым остался и выиграл. Чуть-чуть ему оставалось. Да. Это, конечно, это сюр. Окей, мы отправляемся на 3-е испытание, полетели. Итак, ребята, следующее наше испытание — это смертельные шашки. И оказывается, корвет у меня беззвучный. Не знаю, электрокар или нет, но, скорее всего, нет. А бэха также здесь есть. И еще одна бэха. Мы готовы начать на счет 3? Давайте даже, знаете, как мы сделаем? Я кину даже гранату сейчас, да? По старой доброй традиции. Вот, кидай гранату по взрыву. Летим. По очень старой традиции. Ё-моё, вот дурак. Да. Полетели. Все просто. Ну зачем? Ой, сарямба. Туринг. И все? Развернул и просто сарямба? И все, я спрашиваю? Что ты ржешь, я не понял. Чтоб тебя, я не знаю, вынесли много ботов подряд. Догонишь, что ты переживаешь. Догонишь? Догнать это мало, перегнать надо. Ну вызывай, не знаю, ДПС, там, страховую, звони, я не знаю, что ты еще хочешь. Европротоколом обойдемся, думаю. Да какой Европротокол в Америке, не понял, ты о чем вообще? Мы ДПС будем ждать до ночи. Они будут ехать тут несколько месяцев. Они будут лететь, да, сюда. На лодке переправляться в Америку. Я как бы, да, вроде догоняю, но... Не прям уж... Хорошо мне это получается, слушайте. Да колеса бьются, нет, Данек? Точно? Полетели. Так, напряженная ситуация, напряженная, да? Напряженная, да. Данечек нервничает, я чувствую по его голосу. Дрожит Данек уже. Дрожит. Да ты что, скляешься, Макс?
Моральное подавление. Я тебе говорю, он беспринципный, он как бы меня вообще развернул, сказал, ой, сори. И все. Тут ты хер добьешься, ну, знаешь, как... И маунтеродактилен стал. Сумасшедший, блин, а. Куда едешь? Ах ты пес. Отлично! И я второй. Да. Да. Вот ты говоришь, ну, что могу сказать? Так убрал, что трындец вообще. Могу спасибо только сказать Данику, да, за то, что дал возможность выиграть мне на втором месте. Окей, идем на следующее испытание, погнали. Давай. Друзья, ну что же, следующее испытание это дерби. На самом деле здесь тяжелая Тесла, я уже как-то имел с ней дело. И икса 7 у Вани. Ну что, мы готовы, полетели. Давай, давай. А, кстати, икса 7 такая, как у меня же, да? Да. Диман, либо ты выкинешь его, либо... Ну, понятно, знаешь, мне кажется, я вообще нихера здесь не сделаю, одним словом. Мне кажется, мы с тобой два говна взяли, реально. Ну да, 3-2-1 полетели. Ну, я ничего плохого не имею против БМВ, конечно. О, кайф, красавчик. Спасибо, Данек, спасибо, что подыгрываешь. Понимаем, ролик Димона записывается все-таки, поэтому надо подыгрывать. Кивчанский скинешь, а тебе там 10 рублей так уж и быть. Ну что за бред? Ну объясните, что стоит так за кусок? А как так получилось, я не пойму. Ну окей. Готов, да? Все готовы, только не я. 3-2-1, полетели, следующий раунд. Братан, давай в змейку. Ну, братан, ты ж ничего с ним не сделаешь! Пацаны, спасибо, молодцы, пацаны, красавцы. А у каждого балла, я понял, тут Даня, конечно, завафлил. Ладно, мы готовы, да, поехали. Тормозил. Давай. Ну да, это вафля ты. И Даня припутал. Дело такое, конечно. Само чувство, когда... А чё мы катаемся, не понял? Дохлый икса пытается догнать Теслу, чтобы накоммуниздить ему по щам. Накоммунизить? Да. Коммунизм? Я прочитал тебя. Я тебя. Да я-то чё, я за ним гнался-то. Ты зря это сделал. Дима, чё, дурак, что ли? Да. Я не специально, она просто овощ. Окей, балл записан на Даника. Мы отправляемся. Ну да, если бы ты ездил, я был бы рад. Давайте-ка дальше. Что, ребята, следующее испытание у нас — это прыжок с огромнейшей рампы, да. Озверел, отомстил и уничтожил. А я вылетел. Это карма. Из игры вылетел? Да. В смысле? Ну я вылетел с рампы, как бы 900, я лечу. Я рад тебя, но я из игры. Ну я не буду тебя ждать, я долечу уже, как говорится. Потом, возможно, долетит у нас Даник, а потом уже полетит у нас Ваня. И, ну... машина была. Так, себе. У меня RSQ 3, а у тебя спектр вроде, если не ошибаюсь. Няу. Ну что же, Rolls вылетел и, по всей видимости, даже лучше, чем моя машина. Да? Да. Охренеть, она ли из звезд? Ты до рублевки долетаешь? Из игры опять? Еще один? Не, я с рампы вылетел. Я понял. Офигительно было, да. Рикошетнул красиво. И как бы... И как бы, да, это по всей видимости... Ну, рекорд, да. Если Даник там не покажет что-то невероятное. Ну, а если Даник приземлился, то это все. А, ну это 0 баллов. У меня 1 балл, а Ваня зарабатывает свои 2 балла. Ну, да. А мы переходим на финальное испытание, полетели. Давай. Ну что, ребята, финальное наше испытание. Я, конечно, очень жалею, что я взял RS7, но зачем? Ну, ладно, едь. Я поехал. Едь, окей. А, мы тоже выпрыгнули, ребята, задача как можно ниже спуститься и чисто провести краш-тест. Кто взрывается, зарабатывает 0 баллов. Первое место зарабатывает 2 балла, второе 1. И я взял RS7 не просто так, потому что, ребята, на дрифт-корч, сами понимаете. Даник, все. Будь здоров, да. Куда ты соскочил? Ты прожал? Нет. Ничего не нажимал. Я тебя сейчас выверну. Отвечаю. Давай, толкни. Подопни еще раз. Газ? Психанул. Ну, тут у меня балл, ребята, у Даника 0. Да, правильно. А у Вани получается, ребята,
Два? Два балла, да. А, что тут Росима делает? Со мной, видимо, телепортнулась. Окей, на этом будем заканчивать, ребята. Напишите хэштег, кто досмотрел до этого момента. Лупус. Да, лупус, это важно. Это, да, это машина нашего ролика. Нет, этого не надо. Не слушайте дядю Ваню, а мы отправляемся, ребята, во свояси. Всем удачки и пока-пока. Пока-пока. Добрый вечер.